Игорь Михайлович, расскажите, куда мы сейчас едем? Мы сейчас едем в мастерскую столярную, где изготавливают наши двери для павильона. Это контрольный осмотр качества изготовления дверей. Качество изготовления наших столярных изделий, конкретно дверей и дверных обсадных коробок. Качество хорошее, мастера работают. Немного затянули со сроками, но к середине марта все будет изготовлено. Далее, числа до 20 марта все будет перевезено на Алтай, в павильон, после чего начнутся работы по их установке. После установки оконных и дверных коробок будут устанавливаться сами окна и двери.